взяли такси. На пьюхе окунаешься здесь в какое-то просто море дешевых цен. Напитки, например, отпускай. Там 40-60 бат, здесь 20-15 бат. Поесть, да, твои любимые. Твое. Там мое любимое было по 150, по 120 бат, а здесь по 30, по 40. Ну вообще прекрасно. Вообще цены на крови. Замечательно. Hello? Как это называется? Завтра говорит, 4 мне такие. Принесите, говорит, мне такие 4. Ну. А внутри курица, да, у этих? Давай вот сюда под тарелку положи. Ну давай попробуй, как она тебе. Сильно перченая, нет? Тетечка сказала, что. Немножко они с перцем, чуть-чуть. Все с перцем. Ну-ка, ну-ка. Это что, ладно?
Это что-то наподобие того, что мы ели в прошлом году, да? Только те были немного сладкие. Немного есть соль. Остренькая, да? Немного есть соль. Да. Ну ладно, кушай. Приятного аппетита. Сейчас посмотрим, что мне принесут. Мне принесли вот такое. Вот такое. Я не знаю, что это. Я уже попробовал, ничего, вроде нормально на вкус. Жареные макароны. Не вареные, а жареные. Не такие твердые. Ну, как тебе салопао с курицей? Хочешь, бери вот это. Попробуй. Хочешь попробовать? С курицей. На вкус ничего так. Как будто чипсы.